Александр Сергеевич Пушкин, отрывок из сказки «Рыбаки и рыбки». Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха прила свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной утиной. В другой раз он закинул невод, пришел невод с травою морской. В третий раз он закинул невод, пришел невод с рыбкой, непростой рыбкой, золотою.